Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас суббота, 24 сентября. И вторая половина дня. Первую половину дня мы занимались некоторыми работами здесь. Сегодня подветрило. И вот едем за нашими жатками. Жатки у нас лежат в селе. Вот. На задах у деда моего. Потому что, когда привозили жатки, это те выходные, здесь было очень грязно, и на базу пробиться было практически нереально. Разгрузили их там. Сейчас мы едем, будем зацеплять. Спереди у меня Вектор 410, и я на своем Енисее 1200. Будем зацеплять наши жаточки. Жатка новосибирская, наш 873. 8 рядков, лифтеровая жатка, ну то есть с лифтерами, и никакого сложнецкого механизма. Все довольно-таки просто. Короче говоря, пока едем.